Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Вы на канале «На кухню Любани», а значит, у нас Коля в гостях на нашей кухне. Сегодня у меня салат, вкусный осенний салат. Он будет как осенью к столу, так и зимой, и весной тоже. Главное, чтобы были ингредиенты. Но для начала я, как всегда, спрошу своего помощника. Коля, ты с нами? Да, Любаня, с вами. Ничто не успокаивает так мужчину, как вид работающей женщины. Ничего себе! Вот это да! Дорогие мои, сегодня будем делать салатик. Коля, покажи, что нам понадобится. Главный ингредиент – это свекла. Вот отварная свекла. Сейчас хочу заметить, что, дорогие мои, кто не видел мои ролики со свеклой, то я хочу еще раз напомнить, что свеклу варим, если вы варите, обязательно в воде слегка такой сладенькой. Не сильно сладкой, но сладенькой. Тогда свекла как напитается вот этим сладким, сладкой водичкой, и она будет более вкусной. Поверьте, это уже опытом моих таких лет, будем говорить. Да-да, Коля, правда? Проверено. Вот, значит, три свеклы, такие средние свеклы, нарезала вот таким вот кубиком. Смотрите. Ой-ой-ой, какая несправедливость. Что случилось, Коля? Ты нарезала. Коля, вот смотри, вот ты не прав. Ну, нарезал то ты. Ну, как я могла своим маникюром нарезать? Конечно. Но ты же помнишь, что мы же одно целое, мы же семья, Коля. Это главное, что ты, что я. Да, как свекла, целая, как свекла. Дорогие мои, ну, Коля нарезал. Извините, не получилось. Вот таким вот кубиком, значит, фракция нарезки может быть разной. Но не советую натирать на терку. Это разве что у вас, ну, вам точно нужна только натерку. Надо по какой-то там необходимости. А так нарезаем. Это более вкуснее. И выглядит красивее, и более вкуснее. Ну, Коля нарезал так, как мы любим. Видите, вот. И опять ты не права. Сказала, что можно любой фракции. Я бы на 4 части разрезал, да и все. Коля, ну дед, вообще не годится. Ну, оно в тарелке будет. А потом... Ну, какая разница. Смотрите, ой, Коля молодец. Молодец у меня. Коля помощник, конечно. Вот так вот, девочки, вот. Можно немножечко мельче. Ну, я вам скажу, что вот чем крупнее, он тоже хорошо. Он так, знаете, когда соединяется. Главное, чтобы у вас зубки были, и все нормально. А у кого так немножечко тяжелее с этим делом, помельче. Ну, можно на терку. Но это самый-самый крайний вариант. Значит, три свеклы, да? Свекла любит чеснок. Потому два зубка чеснока. Ну, это уже нарезала точно я, Коля, правильно? Да. Вот. Потому вот так вот я нарезала. Не сильно мелко. На терку я чеснок в салат не натираю. Это там в редком случае. Значит, 2-3 зубка, как вам нравится. Вот, есть. Что у нас дальше? А дальше у нас идет кукуруза. Баночка консервированной кукурузы. Я хочу сказать, что кукуруза должна быть написана на баночке «сладкая». Тогда она очень вкусная. Это так, не реклама, но просто уже тоже, опять же, уже по своему опыту. Баночка слила водичку, жидкость. Банка стандартная с опытом, 350 грамм, они все одинаковые. Не манюсская, а нормальная баночка. Отправляю сюда же. Вот, есть. Видите, какие у нас ингредиенты, правда? Значит, дальше идет у меня половинка синего лука. Вот он, нарезанный так, и полукольцами, там как и четверть кольцами. Как получилось, главное, чтобы тоненько было. Тоже сюда отправляю. Вот видишь, ты, у тебя как получилось, а у меня муштрувало. Коля, кубиками. Коля, ну так, ну Коля, ну я же должна кем-то пока... Дискриминация полная. Ну, значит... Если у вас нет синего лука, вы можете добавить белый. Я добавлю еще белого немножечко. Лучок – это тоже хорошо. Тем более сейчас у нас осень, витамин нам С – это необходим, правда? Потому есть. Значит, чайная ложечка неполная соли, но это уже по вашему вкусу, дорогие мои. И перец черный молотый, тоже там 1/3 ложечка, опять так, как вы любите, чтобы не было очень остро. Вот, лучка я немножко оставила, потом посмотрю. Добавила. Еще у меня есть зелень. Значит, есть немножечко укропчика. Вот он, видите? Есть зеленый лучок. Тоже сюда же. Все. Это салат, так сказать, витаминный. Понимаете, нам сейчас он необходим. Отварили картошечку. Да-да, купили там тюлечки или моевочки, чего-то немножечко. Да, о, мы это любим. И вот, пожалуйста, картошечки, такой салат, это все. Значит, это все перемешиваем. Но для начала я хочу вам сказать, что заправим масло. Если есть хорошее домашнее масло, это будет супер. В данный момент у нас нет, но скоро будет. Мы купим, правда, Коля? Потому, значит, 1, 2, 3.
3 ложечки, а там будем смотреть. И хорошенько все перемешаем, так сказать, соединяем все цвета и вкусы. Дорогой, мы когда с тобой поженимся, я буду делить с тобой все беды и несчастья твои. Милая, у меня нет никаких бед и несчастья. Ты меня не услышал. Я же сказала, когда поженимся. Я только хотела сказать, тогда и появится. Ну что ж, я добавлю еще этот весь лучок, наверное. И знаете, еще хочу вам сказать одну такую вот вещь. Я вот по эксперименту пробовала. Я в этот салат добавляю моцареллу. Но сейчас у меня ее нет, но она будет. Через полчаса она будет. Потом я добавлю. Маленькие кружочки, такие моцареллы, они продаются в магазинах, в таких ведрах на развес. Взяли 100 грамм. Вам много не надо. 100 грамм и добавили. Это очень вкусно и сытно. Но сейчас я пока хорошенько перемешаю салат. Коля, у тебя есть анекдоты? Ну да. Есть, тогда говори. Раз давай, ты про моцареллу вспомнила. Давай, Коля. Жена приходит поздно вечером домой и говорит: Миша, ты знаешь, я забыла сегодня купить хлеб. Ужас. Что ты кушал на обед? Он говорит: бутерброд с сыром и колбасой. Ну как же ты делал без хлеба? Я ж тебе сказала, с сыром и колбасой. Ух ты, дорогие мои, смотрите. Вот такая вот вкусняшка получилась. Значит, хочу заметить, что вы можете добавлять ингредиенты еще, какие у вас есть. Сюда неплохо было бы, я ложечку приготовлю, Коля, ты видишь, я тороплюсь. Неплохо было бы еще добавить петрушечки. Зелени добавляйте побольше. Это зелень, это тоже хорошо. Ну что ж, я так вот выберу все, что здесь есть, и попробую. Коля. Давай. Знаете, хочу сказать, сейчас прожую. Коля, салат здесь, а это я. Вкусно. Хочу вам сказать, на соль, на все прекрасно. И вот не забудьте присахарить водичку. Все сладенько, все так, знаете, слегка солененько, слегка горечь есть. Ну просто салат супер, я вам скажу, и красивый. Такой салат подойдет, я уберу ложку. Такой салат подойдет на стол вашим гостям. Я думаю, что будут кушать с удовольствием, потому что это действительно вкусно. И главное, быстро. Если баночки у вас есть, лучок нарезали 2 минуты. Коля, ну я надеюсь, у вас есть Коля, пусть не мой, но свой Коля. Попросите, чтобы там нашинковал свеколку. Все, 5 минут, 10 минут и все готово. Дорогие мои, салатом поделилась. Все, что хотела, сказала. Может, даже немножечко лишнего. Ну простите нас, ну такие мы, дорогие мои. Ну то такие мы есть. Заходите на наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, если не жалко, пишите комментарии. А самое главное, будьте все здоровы, будьте все счастливы, мирного неба. И вам, и нам, и всему миру. Мы вас всех обнимаем и всегда ждем. До свидания.